Представьтесь, пожалуйста. Бачу Лебачук Ишалович, гражданин 1961 год. Гражданином 29 октября. Гражданином какой страны являетесь? Гражданином Грузии. Гражданином Грузии. Здесь где проживали на территории Российской Федерации? Только освободился. Только сегодня. Сегодня освободились. Да. Хорошо. Освободился и вы ранее привели сюда. В ранее судимо, да, получается? Да, 2013 год арестовали на Тверском. Дали 3 года. Освободился 2000, Сомска 2013 год, 11 числа января. И 17 панова на срок. Статья? 17 января. По каким статьям судим? На 3 года и на 2 месяца. 228. И тогда, и сейчас. 228. Хорошо. Вором в законе являетесь? Да. Итак, вы уже ознакомлены с распоряжением, даже расписали здесь. Так, распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации. Признать пребывание, проживание в Российской Федерации Бачули и Бачуки Шаловича, гражданина Грузии, нежелательным на срок до 17.03.24. Это, знаю, все ознакомили меня. Ознакомили. Там, да. На надзор выводили, там, тогда прошлый срок, надзор дали 3 года. Сейчас тоже хотели дать. Но это судья отказал, администрация хотел дать, а суд отказал, судья с прокурором отказали и не дали надзор. А и... так 3 года просили, но не дали, суд не назначил. И решение о вашей депортации, утвержденное начальником УФМС России по Владимирской области, постановил гражданин Республики Грузии Пачули Бачуки Шаловича 29.10.63 года рождения депортировать за пределы Российской Федерации по окончании отбывания срока наказания. То есть сегодня вы будете депортированы в Грузию гражданином страны, которой вы являетесь. Да, знаю, сказали. Да, знаю. Спасибо. Вам тоже спасибо.